Всем привет, с вами Зазо. И мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы закончили на том, что мы позвонили в первый колокол. И убили Гаргулью, то бишь второй босс. Сегодня мы пойдем куда ниже этих простор. В общем, будем искать приключения на свою женскую попу. Разбираемся с ними, со всеми. Я тут просто недавно играл. Думал, что записывал, но оказалось, что нет. Поэтому эта дверь открыта у меня. Это в подземке, я не знаю, как это называется. Сейчас посмотрим, как называется. Главное не упасть. О, тут у нас новые монстры. Такие как... полусобаки, полукрысы. Этот не сохранился. Блин. Нифига, сука, вас тут. Банки подойти. Что вы тут сохраняете, а? Дайте посмотреть. Двойная душа. Точнее, человечность. Кстати, как у нас там с катаной дела обстоит? 51 прочности, ну, я думаю, нам хватит. Что это? Ниндзя? Получили даггер. Так, идем дальше, смотрим. Пуста, выросла капуста. Да блин, вы меня так напугали. Не уметь пускать. Вот, ты еще и метаешься на стороне. Нифига себе! Это было как... пипец как мощно. Ну ты меня почти убил, засранец. Ух ты, еще побежал. Блин, это звук. Вот их костях трещат. Пусто, пусто,
пусто. О, чё? О, мы получили весь сет этих воров. Так, сходим отсюда, посмотрим, что у нас тут находится. Так, там душа. Что у нас тут? Ну, блин. Ты бы мне лук бы отдал бы. Я был бы благодарен. Там лестницы сломаны. Привет. Нашли душу. Так, бой с Кабрадимоном. Thank you.
Слишком. Еще разочек. Thank you.
попробуем еще разочек. Во, это прикольно выглядит. С этим, с этой накидочкой мы точно победим. Да ты чё, ну? Пипец просто. Даже не смог нормально пробежать. Так как я сейчас убью его. О боже, 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 боже. Это самый неудобный босс, блядь, в этой игре, наверное. Еще разочек. Когда он берет в руки, лучше.
Славу тебе, господи! Боже. Ну что ж, на этом, пожалуй, я закончу. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.